Так, добрый день, друзья. Как меня видно, слышно, поставьте плюсики в чате. Так, сейчас настрою. Вроде бы. Ах. Так, привет, привет всем. Надеюсь, меня хорошо вы слышите. Ага, вот так сделаю, чтобы получше было видно. Так, друзья мои, сегодня у нас с вами необычная встреча. Мы будем смотреть новинки каталога номер 3. У нас времени очень мало, потому что мне их до 4 часов нужно уже вернуть, другому директору передать. Итак, приступим. Вы пока пишите вопросы по продукции, что вас заинтересовало, зацепило в этом каталоге. Буду на них отвечать. Ну, на всякий случай, кто меня не знает, меня зовут Лилия Донскова. Итак, приступим. Наверное, самый большой вопрос у вас это... Наверняка не по этой коробочке, но вы все равно ее посмотрите, какая она шикарная. Хорошо видно? Поставьте плюсики, как вы видите. Можно развернуть побольше. Если вы вот нажмете на стрелочки в разные стороны у себя, вот на видео, где я у вас нахожусь, то вы будете видеть меня получше, покрупнее. Хорошо, да, смотрите, круглая шикарная коробка, цены я вам озвучивать не буду, сами посмотрите в каталоге. Самый большой вопрос, наверное, все-таки вот по этой штучке, да? Это вот пижамки маленькие. Кто уже смотрит на нее и слюньки глотает, что хочу, хочу, хочу такую пижамку? Вот, маленький размер нашла. Ребят, что порадовало? Размеры соответствуют. То есть они прям вот масенькие. Видно? Немножко так, на мне в сторону. То есть они прям малюсенькие. Что меня больше всего порадовало, что это не шелк, а это очень мягкий, тонкий, тончайший хлопок. То есть она такая шикарная. И он при том, что такой шелковый. Да, верх совсем прозрачный, то есть это кружевки. И посмотрите, какие шортики, девочки, мальчики. Сейчас маленькие возьму, где тут маленькие есть, чтобы видно было лучше. Посмотрите, какие они прекрасные. У них бантики по бокам. Вот здесь вот на шортиках вот тут бантики можно завязать. Впереди бантик, то есть они такие очень сексуальные, конечно, они мятые, вы их погладите, будет вообще очень супер. Так что размер соответствует, и кто очень худенький, тоненький, берите, очень прикольные вообще. Я их, видите, тут наложила полную коробку, все размеры. Вообще фантастическая штучка, очень мне понравилась. Так, далее покажу вам сначала аксессуары, это вот шарф. В сиреневых тонах, вы знаете, что-то такое необыкновенное, как весенние цветы. Очень мягкий. Вот если вы хоть раз брали, да, это из-за камеры, он розовый. Розовенький, прям такой приятный розовый цвет, Маш. Вот этот шарф, он огромный. Смотрите, вот я, он очень такой пышный. То есть я его наматываю раз, два, и видите, сколько еще места. Все так можно красиво намотать, одеть его классно. Такой шикарный по... Вот, по качеству я ничего, я обожаю вот шарфы Oriflame. Он вроде бы прозрачный, но за счет того, что он, видите, какой он широкий. То есть, как вам показать, чтобы вы видели? Раз, раз, раз. Вы, наверное, даже не увидите во всю ширину. Вот. И он очень длинный. То есть, если до пола... Да, он выше меня. То есть, у него, наверное, 1,80 м длина. И он очень широкий, его можно и как парео использовать, и блузку из него. Кстати, вы знаете, что можно из шарфов делать шикарные блузки? Скачайте видео в Ютубе, посмотрите. Ну, не скачивай, найдите. Как, там, как называется, как намотать шарф, то есть как использовать аксессуары. В этой же теме у нас сумка. Вы знаете, вам, наверное, не видно? Она как в каталоге, такой насыщенный фиолетовый цвет. По размеру вот она какая, смотрите. У нее очень интересные бачка, она на молнии, у нее есть тут карман, он не застегивается, он просто вот так вот в руку засунули, все, он без застежки. Внутри она золотая и, как положено, один карман на молнии и два сбоку кармашка для мелочи, для телефончиков. Классная сумка, ее носить можно только в руках, потому что ручки короткие. И к ней... Успели посмотреть? Ну, выглядит вот честно, как классная дорогая кожа.
Выделка шикарная, легкая, самое главное, сумка легкая. Я не люблю тяжелые, а это легенькая такая, прям прелесть. Так, дальше у нас в этой же теме к ней идет такой кошелечек. Вы видите, я уже одела ремешок, то есть можно носить вот так на плече, как сумочка простая, да? А можно носить как кошелек. Или можно за счет того, что это регулируется, ручка, можно ее растянуть и перекинуть вот так вот через плечо. Просто перекинуть и все. Тоже очень красиво сделано. Тут всякие колокольчики. Внутри все золотое. Кошелек достаточно объемный. То есть сюда даже телефон можно положить. Денежки и телефон. И если вы как бы недалеко идете, с собой взять такой мини-клатч получится. Я люблю такие вещи, и мне прям понравилось. Следующий шедевр — это золотой шарф. Вот знаете, насколько он красив? Нет слов, просто это как будто золото натуральное струится. Смотрите, как он весь играет. Он очень широкий. Обычно такие шарфы всегда были какие-то узенькие, а это он широкий, он длинный. И на концах у них вот такие вот бахрома, такие кисточки. Ребят, ставьте по 10-бальной шкале, нравится. Там, да, давайте оценивать. Шарфики. Ну, вот шикарно. Он, конечно, не для согрева. Он просто для красоты, для стиля. И к нему же обязательно заказывайте вот такую сумку. Посмотрите, вот она на картинке, ну, намного смотрится так менее симпатично, чем в жизни. На таком, на цепочке. Можно накинуть на руку, вот так держать в руке. То есть он никуда, или просто на цепочке. Размер приличный. То есть внутри она сделана как полноценная сумка. Есть такой большой отсек. То есть, что меня радует, разделено на две части. И есть еще карман на молнии большой. Видно, да, вам? Она настолько красивая. Вот смотрите, вот эта выработка, как кожа. А внутри атлас золотой. И из-за этого смотрит, то есть она вся играет. Очень богатая тоже. Это кожа, то есть это не лак, не тряпочка какая-то. Ну, ощущение, как кожаная вещь. Выглядит настолько дорого и респектабельно, что даже вот у меня слюни текут. Насколько у меня много сумок всяких. Ну, я прямо ее увидела сегодня, говорю, вот эта сумка. Просто я даже не знаю, как устоять против нее. Так, дальше по аксессуарам у нас будет вот такой теме. Тоже сейчас модный весенний цвет, фиолетовый, насыщенный. Это тюрбанчик для сушки волос. То есть вы одеваете вот так, как шапочка. Да, вот так вот на голову. Далее, что-то у меня сдвинулось. Так, заматываете волосы. И вот тут вот перекручиваете. И вот смотрите, тут есть, я сейчас сниму, покажу вам. А, есть резиночка на этом конце, а здесь пуговка на лбу у вас будет. И вы потом перекинете, вот так вот зацепите просто, как петельку накинете, и у вас будут прекрасно сохнуть волосы. Ребят, нравится? Я, правда, не помню, сколько стоит, но она приятная. То есть будет очень хорошо впитывать влагу. Тоненькая такая приятная вещичка. И к ней же у нас вот что есть. Мочалка. Вот мочалка прям вообще очень люблю такие. У нас Миша просто обожает такими мочалками пользоваться. Это прям на десятку. Прелесть. И цвет хороший уже. Знаете, как хочется освежить ванну. И вот такая штучка у нас. Догадались, наверное, да, что это такое? Да, это маникюрный наборчик. То есть коробочка открывается, маникюрный набор. Все здесь есть: ножнички, щипчики, пилочка, лопаточка и пинцетик для бровей. Все очень хорошего качества, все посмотрела, такие, ну, не хлипкие, очень такие прям добротненькие. У меня, кстати, заказали такую штучку, поэтому я очень обрадовалась. Так, сразу покажу аксессуар. Это подставка как раз вот. Для кисточек, для туши, карандашики. Вы знаете, достаточно маленькая. Для меня, например, у меня столько косметики, что у меня вот это все просто не поместится, конечно. Ну, очень красивый аксессуар такая тоже, в фиолетовых оттенках. Наверное, это очень модный цвет. И есть такая ваза в каталоге. Тоже необычный дизайн. Ваза для цветов. То есть вы можете сюда поставить букетик цветов.
ландыши скоро появятся, и у себя на туалетном столике держать такую вот приятную штучку. Надеюсь, вам это понравится, да? Далее, вот такая заколочка. Сейчас прилеплю на голову, то есть достаточно такая объемная, очень красиво вся играет вот эти кристаллы. Она как невидимка, то есть у нее здесь нет никакой закрепки, она просто как невидимочка держится. Не знаю, видно вам или нет. Ну вот заметила, что некоторые вещи намного в жизни красивее оказались, чем в каталоге. Вот, украшения, наверное, плохо видно. Вот реально, как будто дорогой аметист выглядит. Очень красиво сделано. Необычный дизайн у колечка. То, что вот как бы начало идет от страза и уходит так волной в сторону. То есть оно регулируется. Ну, на пальчики, да, если одеть, то можно будет отрегулировать. Видно хоть? Поставьте плюсики, если видно. Красиво сделано, конечно, ничего не могу сказать. В этой же теме браслетик. Тоненькая цепочка, двойная идет, и завязан красивый узелочек. Узелочек не развяжется. А с одного конечка также висит стразик фиолетовый. Так, и в этом же наборе у нас еще есть серьги и вот такая цепочка. Смотрите, что мне понравилось. Цепь просто обалденная. Она, во-первых, длинная. То есть прям длинная. А на хвостиках, на кончиках висят вот такие вот тоже два стразика, на каждом по стразику. И кисточка из цепочки. Настолько игривая вещь, шкодливая, я бы так ее назвала. Будет очень красиво выглядеть. Особенно, конечно, на черном такие вещи шикарно смотрятся. А вот серьги, они трансформеры, обратите внимание. То есть их можно носить. Видите, тоже, да, такие же с кисточками шкодливые сережечки. Их можно носить вот на, как кто любит повесить на ушко. А можно снять вот эту штучку и одеть как гвоздик. То есть здесь есть крепеж, как у гвоздика. То есть хоть так носить, хоть так, на ваше усмотрение. Нравится? Поставьте циферку от единички до 10. Как вам новое бижу? Да, мне понравилось. Такое все игривое, шкодливое. Так, это я вам показала. Ну, это можно было, в принципе... А, вот еще одна, один аксессуар, и с ними покончим. Шикарный цветок, роза. И смотрите, что внутри. Оп! А тут кристаллы просто. Два шикарных страза. Это серьги в обрамлении, такие металлические, как бы на ушко вы одеваете, как гвоздик, и получается, что у вас как будто крупный массивный кристалл в ухе. Он очень красиво на свету играет, просто такой богатый. И это, конечно же, шикарный подарок, потому что все в коробочке лежит, все так очень здорово сделано, прям изысканная вещь. Ага, вот еще один аксессуар. Угадайте, что это? Как его зовут? Видно вам? Это Novage. Это косметичка к серии Novage. Она большая. Смотрите, какая она широкая. В нее поместится все. Как дорожный вариант, это вообще шедевр просто. Она на замке. И тут внутри очень... Вам не видно, там черная. Огромный карман с одной стороны. А с другой стороны три маленьких кармашка. Да, Novage 3 или 2, не пойму. Три кармашка маленьких, то есть сюда всякую мелочь положить, кисточки, может быть, блески какие-то распихать. Она очень, вы знаете, вот я не могу даже сказать, что это за ткань, но она настолько какая-то приятная, в то же время легкая, объемная, такой вот дизайн необычный. Мне, конечно, она очень понравилась, но, по-моему, она там дорого стоит, да, если мне не изменяет память. Так, аксессуары, по-моему, все показала. Поехали дальше. Четыре новинки. Это четыре лосьончика для тела по ароматам. Смотрите, у нас будет Vivacity. Кто какой аромат любит? Тендерли, Мисс Джордани и Эльвия. То есть, смотрите, это парфюмированные лосьоны для тела. Для чего они нужны? Вот представьте себе, что вы выбрали, например, набор себе в подарок Мисс Джордани. Парфюм. А крем нанесли другого аромата. Будет же немножечко аромат перебиваться, правильно?
А когда вы нанесете, если лосьон для тела с таким точно ароматом, как и ваш парфюм, то лосьон только усилит вот этот вот, усилит и продлит аромат, жизнь аромата. То есть он будет более ярким, более долго держаться на коже. И лосьончик, да, вы как бы от кончиков волос до пяточка пахнете одним запахом. Я это очень люблю, кстати. И тоже мне нравится очень аромат, особенно вот мне нравится тендерли. Вот из этих, наверное, мой любимый все-таки тендерли. И пока я еще не оценила мисс Джордани. То есть у меня до него как-то руки не дошли, столько новых парфюмов. И, да, тоже хочу похвалить одну вещь. Во-первых, очень красиво. Посмотрите, как это выглядит. Такой весенний букет тюльпанов. Девочки, это крем для душа, и мальчики тоже. Крем для душа. Именно крем. Чем крем отличается от геля? Все знают? Поставьте плюсики или минусы, если не знаете. Крем для тела, что он делает? Он уже содержит увлажняющие компоненты, и он уже, когда вы купаетесь, он уже ухаживает за кожей, он ее питает, он ее увлажняет, заботится о ней. Когда вы выйдете из душа, у вас кожа не требует, да, там, обильного нанесения крема или лосьона. Крем для рук, сейчас прям при вас нанесу, если вам будет видно, он зеленый. Он такого зеленого цвета. Видно? Капельку я выдавила. Просто это, я впервые такое видела, какой-то зеленовато-желтенький. Наверное, эта камера все-таки плохо видит, передает цвет. Но вот просто живые тюльпаны. Все, у меня больше никакого намека на химию, на эссенцию какую-то. Вот просто букетик тюльпанов. Просто обожаю этот запах. Он у меня как бы с детства идет. Я очень люблю тюльпаны, потому что я выросла в степи в Ершовском районе. И мы всегда весной ходили за тюльпанами. То есть у нас там в степи росли, ну, как просто луга тюльпанов разных цветов, так шикарно. Вот этот аромат просто мой любимый. Мы там иногда просто падали, в них лежали, балдели, нюхали этот аромат. И это еще не все. У нас японцы нас радуют, да? Японская сакура, я даже не знаю, как это назвать. Для мужчин наборчик у нас будет и для женщин в японском таком духе. Мужской. Вы знаете, я бы вот себе, например, выбрала почему-то мужской. Он мне больше нравится, у него немножко более такой свежий, рисковатый аромат. А у этого более сладенький. Ну, правильно, мальчикам одно, девочкам другое. Но мне, наверное, всегда хочется больше энергии, больше бодрости, поэтому я по себе взяла вот этот. И к ним же будут кусочки мыла, такие же вот классные кусочки по 90 грамм. Что я про них могу сказать, про это мыло? Наверное, кто пробовал хоть раз, уже знаете, что это мыло потрясающее. Оно не раскисает ну, вот в тарелочке, куда вы кладете, в мыльничке. Оно будет вам служить очень долго, в отличие от всех мыл, которые я ранее пробовала за свою жизнь. Это мыло просто шедевр. Просто шедевр, потому что, ну, с ним кайфово, ручки мягкие, самое главное, очищает великолепно. И уже когда руки моешь, такой аромат идет по всей ванной, он вытекает в коридор, да, как-то вот чистотой и свежестью пахнет всегда. Для мальчиков у нас в дополнение к новинке этого каталога номер два вышли две новинки, это дезодоранты, один спрей. Один шариковый, то есть какие любят наши мальчики формы в шарике или в спрее, такой мы ему и предложим, правильно? Поэтому есть на любой вкус, на любого, как говорится, потребителя. Так, это показала, и осталось три штучки. Это The One увеличитель объема губ. Я сначала не поняла, что это такое, да, просто вот открыла, понюхала, пахнет классно. И есть в аромате немножечко как бы ментолом пахнет. Вот. А потом я прочитала, поняла, что когда его наносишь, он губки немножко увеличивает. То есть они как бы станут у вас более объемные и пухленькие. Вот такой вот удобный стик. А уже потом сверху, по желанию, он, в принципе, очень блестит хорошо, но по желанию вы можете нанести также и помаду или еще какой-то блеск. Вышла новая подводка Giordani Gold.
Обратите внимание, что у нее тонкая кисть, длинная. Кто любит к такой форме общения с подводками, то вам этот вариант идеально подойдет. Конечно же, нужно приспособиться. Рисует шикарно, очень тоненько. И при этом я ее уже пробовала, высушила, потом еле-еле стерла. То есть она прекрасно потом лежит. На веки будет лежать прекрасно. Хорошая штучка. И вот такая прелесть. Я называю все, что касается бровей, конечно, это прелесть. Мы привыкли в такой форме видеть лайнер для стрелочек, да, для рисования стрелок. Вот у меня сейчас такой же точно есть. Вот, смотрите, то есть у нас был лайнер, как бы не перепутать, но этот побольше немножечко. И у него здесь вот коричневый пятачок. Это для того, чтобы прорисовать штрихами брови, то есть как будто нарисовать волоски натуральные. Ну, как бы вам показать, я даже не знаю. Ну, могу так сказать, вы сами, наверное, догадаетесь, что за счет того, что это лайнер, очень тоненькая форма, нет, не видно вам будет, очень тоненький стержень, его не надо точить, он будет рисовать волосочки, как будто они натуральные. Имейте в виду цвет коричневый. Такой достаточно насыщенный коричневый цвет, но он не черный. Он как бы для среднего такого классно подойдет. Но я вам честно скажу, ничто не сравнится вот с этой вещью, с корректором для бровей. Кто брал хоть раз, я не знаю, конечно, может быть, эта штука будет пользоваться огромной популярностью, конечно. Кто-то привык к такой форме карандашами рисовать брови. Но кто хоть раз попробовал набор, вот у меня он этот старенький, новенький с собой в косметичке, то здесь два оттенка теней и воск. Внизу у нас такой поддончик выдвигается с кистями. Две кисточки, одна для воска, одна для теней. Вот эта вещь, я считаю, это номер один в мире просто. Вот то, что разработали Oriflame. И по такой цене смешной мы как-то искали в интернете подобные вещи. Стоимость их составляет примерно 3500, 7 и выше. Понимаете, я была вообще в шоке. У нас, конечно, это очень все дешево стоит, так доступно. И это еще не все. О, пропустила еще одну штучку. К Люсии вышло дополнение дезодорант шариковый Люсия. Его можно будет приобрести в наборе. В наборе, кстати, намного выгоднее вместе с парфюмом взять сразу и парфюм, и дезодорант. Ну, это обычный шарик с тем же самым любимым, знакомым ароматом Люсия. У нас вышел новый CC крем. Он потрясающий. 10 в одном, то есть в нем столько компонентов и омега, и астаксантины, антиоксиданты разные, и питательные компоненты. Что мне понравилось? Смотрите, во-первых, он с распылителем. То есть так, берем. Это крем, то есть вот реально прям крем вот здесь у меня в ладошке, если вы видите. Это кремик. И мы его берем, наносим на волосы, просто вот, ну, мы его растираем в ладошках и потом наносим на волосы. Можно наносить на кожу головы, вот что классно, на кожу головы, будет ухаживать за кожей, питать ее, ухаживать, и не требует смывания. А волосы стали, вот, и, вы знаете, у меня очень сильно они электролизуются, вот эти кончики у меня, косички, и я когда иду, у меня вот они вот так вот дыбом стоят. Я нанесла перед выходом сегодня, и я прям балдела, я вот только сейчас вернулась домой, я балдела от того, что они у меня не топорщились, такие гладкие, блестящие. Я себе точно возьму. И при этом еще пахнет очень вкусно. Очень вкусно пахнет. Так, что скажете, как вам этот продукт? У нас осталась одна штучка. Один продукт. Я думаю, вы догадались, что это. Жду от вас обратной связи. Это у нас вот такая классная штучка. Это привычная, да, уже упаковка нам стала румяна в шариках. Но я вам покажу не румяна. То есть, обратите внимание, крышечка просто откручивается, снимается, что мне тоже нравится. А здесь лежит прекрасная пуховка, классно. А внутри шарики, но они зеленые, желтые, такие золотистые, фиолетовые, белые, розовые. Как вы думаете, для чего это нужно? Кто догадается?
Да, тут зелененький цвет, сиреневый, золотистый, белый, розовый. Для чего, как вы думаете, кто знает? Обычно это знают люди, кто работает косметологами. Да, если вы визажист, вы знаете, что когда у человека, там, допустим, пигментация какая-то идет, или синие круги под глазами, или наоборот, ох, время наше выходит. 15 часов 30 минут. Так, 15:30, еще 5 минут у нас есть. То есть, когда, да, какие-то на лице неровности, там, покраснения, синячки, выступают кровеносные сосудики, то косметологи используют корректоры, да, или хайлайтеры. Вот, в этой штуке они взяли, совместили вообще все оттенки. И кистью, когда вы все это смешиваете, то есть мы же берем кисть, вот так вот набираем их, потом кистью стучим чуть-чуть по столу, по какой-нибудь жесткой поверхности, и начинаем наносить на лицо. Вы знаете, какая становится кожа? Вообще просто это потрясающе. Она омолаживается, она выглядит более свежей, молодой, сияющей. И вы знаете, у меня вот брали девчонки, конечно, в этом каталоге фантастическая цена, очень вообще халява, я так это назову, даже без кавычек, просто халява, 400 рублей, по нашей цене со скидкой это будет еще дешевле, наверное, рублей 300, 320, да, всего-навсего. У меня, когда были на них цены высокие, на эту пудру, у меня девчонки брали одну на двоих, делили шарики напополам, потому что хватает в любом случае на несколько лет. 2-3 года это прям легко. Вот таким образом, как бы, да, экономили. Но сейчас вы каждый может себе это позволить. И поверьте мне, вы вот будете просто любить эту штучку, еще и потому, что она шикарно пахнет. Вот просто аромат, аромат просто фантастика. Очень круто, красиво, сделано здорово. Да, шариков вообще надолго хватает. Если у вас до сих пор еще ни разу не было румян в шариках, то ваш звездный час наступил. Надо хватать. Другого слова я не подберу, просто надо хватать. Так, это все, что касается новинок этого каталога. Напишите, пожалуйста, что вам больше всего понравилось. Да, хватает очень надолго. Я вот каждый день пользуюсь, а они какие-то неиссякаемые. Да, пробил ваш звездный час. Я вам сейчас покажу две вещи, но я их в каталоге не нашла. Может быть, вы мне скажете, откуда это, потому что мы не нашли ни в компьютере, нигде. Кто это где-нибудь уже видел? Наверное, это может быть новинка будущего, но нам это уже прислали, положили. Да, вы знаете, пользуются люди по 5 лет. А, это в премьере, значит, это будет в четвертом каталоге. Я не смотрела премьер еще. Девочки, кто любит аромат сирени? Очень часто спрашивают нас люди, а есть у вас с ароматом сирени? Да, ребята, живая сирень. Вот в третьем живая сирень. У меня так часто его спрашивают. Это просто катастрофа. Это живая сирень. Этот аромат, я не знаю, с чем состав. Ой, но он просто свежий. Свежий и очень классный. Да, берите пробнички. Давайте пробовать, потому что вот это будет бомба. Я думаю, оба аромата будут шикарные. И цена их будет примерно рублей 500 максимум в каталоге. Потому что у нас в таком же дизайне есть мужская серия, тоже два аромата. Они стоят прям, ну, по 400, по 500 рублей всего-навсего. Поэтому, ребята, это будет бомбой. Запасайтесь, разберут сирень в момент, потому что сирень все-таки это вот как-то любят женщины, девушки, и пенсионеры их обожают. Просто я, например, себе обязательно возьму, потому что у нас вот давно не было ничего с ароматом сирени. Я, честно, даже соскучилась по этому аромату такому весеннему. Сейчас прямо его на себя нанесу и с ним же пойду в путешествие. На шарфик надо побольше, на руки. Все, наш с вами обзор подошел, да, классика советского времени. Наш с вами обзор подошел к концу. Я надеюсь, вы все посмотрели. Если какие-то вопросы есть, пишите. А я быстро сейчас вызываю такси и мчусь, чтобы не опоздать, передать следующей команде все новинки. Это вот нам такое, как помощь, да, оказывает сервисный центр.
дают нам новинки на один день погонять. Мы сегодня уже сняли видео с Мишей. Миша обработает, выложит потом более подробное видео. Это вишня вторая, да? Я вернусь, не знаю. Сейчас отвезу и вернусь. Я вам нужна? Все, спасибо вам всем за внимание. Я вам желаю потрясающе вкусного закрытия каталога номер 2 и классного каталога номер 3. Да, и второй классно пахнет, и первый, и второй. Всем спасибо, успехов, до новых встреч. Пока-пока.